Сорт томата вишня кремовый аметист. Вот такие вот черри. Этот сорт родом из США. Небольшие плоды. Растут они гроздьями. Растение высокое. От 1,50 м до 1,80 м и выше бывает. Требует посынкования. И вести томат нужно в 2, максимум в 3 ствола. Потому что растение получается тогда загущенное, если оставить больше стволов. Этот сорт относится к раннеспелым сортам. 80-90 дней до сбора урожая проходит с момента высева семян в грунт. Вот такие вот плоды напоминают белую смородину. И фиолетовые плечики у этого сорта. Очень красивый. Масса одного плода. Сейчас взвесим. Около 10 грамм. 8 грамм один плод. Хорошо подходит для консервирования, кто любит черри. А также покушать как конфетки. Очень сладкий сорт.